Ой-ой-ой! Смотрите, автобус лежит. Да как ты выжил? Я жив. Ой, еще один автобус. Вот это жестко, я чудю. Да как-то слабо. Ой, умерли все, да? И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, ОЛТВ, Крошка-Крошка, Форум, Васаби, Гусанек, Робби, Уга-Буга, пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Привет. Однако, всем здравствуйте. У нас сегодня очень классная карта, выживание на деревянной постройке. Это очень классное разрушаемое здание, которое можно ломать разными способами. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а я начинаю ломать и скидывать всех в лаву. Погнали. Так, давайте сначала изучим, где кто стоит. Так, Гусанька вижу. ОЛТВ вижу. Ладно, давайте начнем ломать середину и посмотрим, как это все происходит. Смотрите, я могу просто немножечко шатать. Смотрите, как все начинает шевелиться. Ну, живое. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, первое пошло. Смотрите, как цепная реакция началась. Саня. Ты... А, еще стоит, хорошо. Ой-ой-ой, кто там наверху у нас стоит? Максим. Классно сделано. Правильно, беги. О, Серега. Да. Ё-моё. Смотрите, ну, есть. О, Серега живой. Нет, Серега. Смотрите, как все рушится. Офигенно, цепная реакция, как карточный домик все ломается. Максим, кое-что забыли сказать. Так. Ты первым рядом плохо. А, да. А кто первый у нас умер? Серега. Серега. А, вы уже сказали после того, как Серега умер. Так что давайте с этого момента будем считать. Давайте даже со следующего раунда, чтобы было честно. Да. Ой, ломается, ой, ломается, беги! Беги! Смотрите, как прикольно, ну, есть! А хотя реально можно было убежать? Есть такой шанс? Нет, я упал сам! Так, у нас сколько игроков осталось? Два человека? Я остался. Саня, УТБ. А, вы еще живы. Ладно, давайте эту часть вообще карты разрушим. Дим, не трогай меня, давай Саня, пожалуйста. Ой, я сейчас возьму этот столб и кину в вашу сторону, смотрите. Не надо. Прям в меня. Ой, красиво! О, ломается! Ой, блин, Саня, как же оно круто разрушается! Эй, еще! А нет, Саня живой. О, смотри, Гусанек, что я сейчас тебе кину. Хочешь тортика? А, нет. Лови. Он не хочет тортика. А, не попал. Хорошо. Вот мы столб сейчас кинем. Сверху. Давайте смотрим, как это будет. Бум-бум! Я не смог прыгнуть. Вот еще ломается! Так что ОЛТВ выиграл у нас? Да. ОЛТВ, ты победитель. Красавелла, брателла. Ребята, раунд номер 2, ОЛТВ начинает. Хочу попробовать в роли себя выжившего. Как это вообще, тяжело или нет? Хочется, когда тебя унижают, и ты умираешь. Есть! Васаби слился. Так, давайте пойдем в эту сторону, потому что, мне кажется, здесь он не будет сильно ломать. Ого, все дрожит. Ё-моё, ты что делаешь, псих? Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. И залетайте в наш дискорд, пообщаемся. Так, если что, я успею. Серега! Хорошо, что я оттуда убежал. Нет! Ладно, все, я в лаву упал. Саня выжил последним вроде. Нет, еще вроде Максим. А, их двое. А вот я вижу, стоит, да. Максим, ты готов выиграть? Да. Ну, он сейчас сам, кстати, выберет, кто из вас же выиграет. Вон там, Санек, за книжными полками, давай. Неправда, я убежал уже давно. А, он уже слился. Ё-моё! Всё, Гусанек победитель? Ай, да. Я вот тебя запомнил. Это жесть просто. Реально, тиммер. Хорошо, Гусанечек, давай, покажи вещи. Сейчас покажем вам вещи. Давай, покажи. Ой, блин, чуть не упал. Так, у меня тут футболочка есть. Давай. Серега, ты где? Я тут. Сел, спрятался. Да что ж такое, я соскальзываю. Здесь как-то прыжок очень странно работает. Не, я лучше здесь буду стоять, чтобы можно было, если что, резко отпрыгнуть. Так, я слышу, что уже Гусанек все ломает. Ого, все дрожит. ОЛТВ слился. Да, ну я поддался. А, ты поддался? Есть, есть! Я успел прыгнуть. Серега упал. Падает, падает. Я упал, блин. Очень странно, прыжок здесь работает, в этом есть прикол.
Так, кто у нас там еще остался живой? Максим, я же тебя вижу. А, ты еще, кстати, не так сильно вашу карту поломал. Че ты смотришь, О, можно следующий раунд ломать метеоритным дождем? Чисто один метеоритик запускать. Просто все пропусти сет, мне кажется. Не, там уже можно по одному запускать. Как? Они все вместе. На правую кнопку мыши это будет один метеорит, а левая кнопка мыши это метеоритный дождь. Ну что, васаби, один на один? Не, еще, а мы еще один на один остались? Да. Так, васаби, да, остался, и Максимка. Максим уже... Ну, васаби! Блин, видели, как он прыгнул? Это было эпично, молодец! Красавелла, брателла. Аня, пожалуйста. А ну еще пошел. А, Максим! А, нормально, ты стоишь. Ну, пошатывайте. Ого, это что ты деревья тут швыряешь? Аня, просто соло, просто соло. А, он решил всю карту разломать, чтоб никто в живых не остался. Давай, давай, ломай, мы же миллионеры. Ай, я знаю, что в аренду беру, а ты все ломаешь. Да. Ты, поним... него. Ты понимаешь, Саня, то, что я тебя после записи на колени поставлю? На! Так нечестно, мне пробки. Ого! Я победил. Да, ты выиграл. Это хорошо. Че, можешь попробовать метеоритным дождем на правую кнопку мыши? Ну-ка, давай. Чисто по одной штучке запускать. Это будет прикольно. Так, теперь я выживаю с этой стороны. Посмотрим, что с этого получится. Так. Опа. Запустил? Да. Нифига, нифига. О! Так ты обманул, блин, я чуть не срался, это так громко было. И испугался. Да ты шо, это жесть. Да что ж прыгать нельзя, ладно, не будем считать, что я проиграл, потому что как-то странно здесь работает, лишний раз лучше не прыгать. Крошка, крошка сразу двоих слил. Я умер, это было поражение, так что так. Все. Да ё-моё, я опять упал, да тут прыжок работает через жопу. Считается, считается, ты умер. Да ну дайте, я все равно, если я проиграю, то проиграю. Ну, Дима, если мы останемся один на один, я следующий всех. Хорошо, это будет по-честному. Ого, прям бабушки васаби зарядил. О, гусанек, привет. Ну, привет. Давай, Максим, прям в них. Ого, гусанечек. Дим, ты в год моде. А, я должен был умереть? Да. А, ну все, я слился. Хорошо, согласен. Получается ничья? Я выиграл. Я еще живой. Ах ты жук. Давай, покажи вещь. О, запусти метеоритный дождь на левую кнопку мыши. Я еще шлёпну его. Пошло дело. А чё не разрушается карта? А, разрушается. Вот это жесть. Смотрите, что творится. Максим, ты что, сумасшедший, что ли? Нормально, ты дал просраться всем. Ай. Хорош. Фагум, друг, не надо, может, друзья. Ой-ой-ой, блин, ребята, стрёмно здесь выживать как-то. Фарм, друг. Ё-моё. Я, короче, буду потихоньку ломать. Ой. Ой, а до меня не достанет оно? Я целый, я живой. Ой-ой-ой. Ух, слава богу, до меня не дошло. Да что оно все дрожит так? Берем вот это бревно, кидаем вот сюда. Неплохо. Ё-моё. А так нечестно, Фарм, все понятно. Хорошо, кинь вот сюда. Но! Ой. Прощай. Я живой. Хорошо. Я был. Можно на этой карте было бы самое, наверное, прикольное землетрясение подрубать. Пока. Я живой! А я все видел. Да ну пожалуйста! Ну пожалуйста! Ладно, все. Упал в лаву, красиво. Серега, ты победитель! Так, давайте будем смотреть, что же Серега сейчас придумает. Сейчас бомбу начнет кидать сверху. Ой, что, он туалет уже там сбрасывает? Не туалет. Да, он туалет. Серега туалетами бросается, это что-то новенькое. Не туалет. Ой, полетели параши. Что-то ничего не падает. Не в нас. Ты бы смотри, какая прикольная штучка под тобой. Я вижу, Серега, летят туалеты. Ничего, ничего. Нет. Нет. А кстати, они легкие очень, они не могут навредить. Ладно, ладно, я сейчас. Машину. Кстати, можно реально машину сбросить? Да. А мне интересно, когда машина будет падать, она в лаве взорвется или нет? Наверное. Ребята, давайте бросаться танками. Давай. Ты что, неадекватный? Шкафы полетели. Они тоже легкие. Они тоже слабые. Они легенькие. Ё-моё. Ну, Серега, ну так специально сделал, чтобы было интересно.
Ого, контейнер полетел! Но... Я вижу. Хорошо, там что-то зашаталось. Ну все целое пока. Ой. Ой. Пошло дело, ребята. Ой, сейчас до меня долетит. Они легкие очень. Нет, кстати, вот оно начало шататься, но вроде бы все стоит. А все стоит. Ой, чуть не упал. Гусанек, ты сейчас умрешь. Нет. Пошло. Так, в мою сторону не идет? Пошло. Если что, я туда спрыгиваю вниз. Ой-ой-ой, начало упираться в мою сторону. Зачем мне? Я здесь лучше побуду. На. Не прихлопнули. А ну, Серега, что-то потяжелее есть там? Да. Ладно. Сейчас найду что-нибудь потяжелее. Есть у нас что-нибудь? Машина есть. Танк. Ого, давайте проверим, танк все хорошо разрушит или нет. Я не вижу, где он, Серега сбрасывает его. Сейчас будет. Давай. Сейчас все будет. Давай, покажи вещи. Контейнер. Фух, я испугался. Танк. Кстати, тоже, кстати, не очень-то и тяжело. Попробуй с крыши сбрасывать, с потолка его. А может эти бомбы-бочки? Нифига какая-то. Ладно, контейнеры пошли. Ой, ой! Серега, может, друзья? Я зайду в контейнере. О, давайте проверим, я выживу в контейнере. Серега удалил контейнер, я упал. Блин, ну ладно. Я поддался специально. Надо кому-то врёшь. Ого, пошло. Так, у нас еще Максим стоит. ОЛТВ. Я же... Хорошо рушится. Так, пошла цепная реакция. Че, полетели контейнеры? Вроде бы все нормально, Серега. Ну это пока что, Дим. Так, ну все равно, да. Я не понял. Че вы себе по мне прицельно бьете, пытаетесь меня убить? Не знаю. Тоже мне, друзья. О, Серега прикольно придумал. На этой штуке, когда она стоит, на них разбрасывает. Нет. Так, смотрим еще. Максим стоит. А там еще кто у нас внизу? Форум. Еще форум жив. Васаби. Серега, еще куча людей живо. Ладно. Ладно, физгана возьму, какая-то фигня получается. Да не, нормально, ты уничтожал, все, пойдет. Ищи форум, он прячется. Он меня нашел. Ой, пацаны, вы сейчас умрете. Серега. Можно, кстати, было на стол. Максим, можно было на столб упасть. Максим, я под тобой был. Васаби победил. Да, Васаби выиграл. Почему там Гусянек еще живой? Нет. А, не, все, он слился. А, вот так вы, да? Правильно. Хорошо, давай, Васаби. Можешь скидывать тоже что-то. Вообще любым способом ломать. Смотрите, аккуратненько, мы немножечко сделаем. Ой, такой. Нифига себе. Это не аккуратно, это как-то ненормально. Ты чё? Ай. Опа, Серега танцует. Так, а ну-ка. Мы их победим. У меня есть тактика, я просто вас разделю, чтобы вы не помещались по себе. Ах ты чит. Ну, он меня помню. Нашел. Да нет, он меня нашел. Васаби в первую очередь обидчиков своих уничтожает. Так, ЛТВ там стоит. А, форум. Ой, Гусанек танцует. Ля-ля-ля. Ты меня обижал вместе с Максимом. Ой, не-не-не-не-не. Максим наверх. Дима наверх, чтобы посмотреть. Пацаны, мы все умрем, понимаете? Максим, запомнил. Вижу. О, ЛТВ тоже пляшет. Пацаны, никто не хочет перепрыгнуть между... Я успел перепрыгнуть. Ой, повезло. Да ёба, ещё по башке дало, блин. Я живой. Да ладно, да как? Вот не надо. Ну все, ты не успеешь. Да ладно. Ну, Серега. Ну. Давай, не Серега, надо, я в тебя верю. Беги. Спасайся. А где я, Серега-то? Твои. Серега, назад, куда ты? Блин. Сейчас, ребята, вам покажу, как надо ломать эти постройки. Ну будет жестко, говорю сразу. Да пофиг. А, тебе все равно, да? Да, мне пофиг. Скидываю. Не надо. Ой. Я пошутил. Ой. Поехали. На машине проехаться в ней. Ой, машина полетела. О, они взрываются. Да, я в этом прикол есть. Ой, еще одна. На. Еще одна. Ничего, Дима, ничего. Они слабо очень. Белаза, Дима, белаза надо. А, не. А, хорошо, слабо, да, говорите? Да. Не надо. Он стоит, он... Не палите меня. От тебя слева в углу на ящиках больше. Чего вы меня палите? Ящики. Книжные полки, чтобы не втыкать. Ой. Да, тебя вообще. Смотрите, автобус лежит. Да как ты выжил?
Я жив. Ой, еще один автобус. Вот это жестко, я чудю. Ой, Дима, я выжил. Красиво все разрушается. Кто сейчас живой? Я. И я. А ты не видишь меня? Ой. Ой. Дима, ты что, офигел? Я случайно. Васаби на соплях держится. Вот, давайте там автобус поставим. Ё-моё. Правильно, правильно, там лучше. Кстати, смотрите, здесь можно упасть и выжить. Как-то оно странно очень здесь сработало. Да, я так и сделал. Ё-моё. Ой. Отдай честно васаби. Да я не хотел ему на голову автобус. Меня так скинули, все претензии к Димасу. Да я случайно. Ну вот, а случайно бьют отчаянно, так что страдай. О, есть еще у меня одна идея, как это можно сделать. Сейчас, подождите. Какая? Убери только автобус. Сейчас. Ну это будет прикольно, вам понравится. Давай. Нет, пожалуйста. О, да. Аж полет слетел. Ладно, давайте поменьше что-то. Как взрывило? А кто остался в живых? Я. Давайте просто. И все? Ого! А Саня живет? Саня, ты живой еще? Я еще живой. Да не, Саня. Это считается. Это считается, да? Да, я последний умер. Да, Саня, иди ты нафиг. Да как-то слабо. Ой, умерли все, да? Да. Если понравилась эта серия и подняла вам настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Пока. Ой-ой-ой, у меня аж этот в голову прилетел какой-то осколок.